Момент признания, и мир вокруг тебя открыт, и заполняется тобою пустота. Вершины ждут, когда уже их кто-то покорит. Одна из тех вершин навсегда твоя. Выше, громче, к звездам, пусть сильнее манит этот долгий яркий свет. Ближе, за края сомнений, страха став не бойся, там преграды нет. Так будь смелей, ты впереди вселенной всей. Мир удивительный откроет ВГУ, осуществи мечту свою, лети. Так будь смелей, ты вместе с ВГУ сильней. Отныне этот новый мир, мечта не ждет, лети за ней. Мечта не ждет, лети за ней. Лети скорей за ней. Мгновение радости, досады и восторг побед. Ты пролетишь, заполни всюду тишину. А что с решением начался, так пусть свой этот след увидит каждый и заполнит навсегда. Выше, громче, звездам, пусть сильнее манит этот долгий яркий свет. Ближе, за края сомнений, страха став не бойся, там преграды нет. Так будь смелей, ты впереди вселенной всей. Мир удивительный откроет ВГУ, осуществи мечту свою, лети. Так будь смелей, ты вместе с ВГУ сильней. В твоих руках отныне этот новый мир. Мечта не ждет, лети за ней. Мечта не ждет, лети за ней. Лети скорей за ней. С ВГУ сильней. В твоих руках отныне этот новый мир. Мечта не ждет, лети за ней. Мечта не ждет, лети за ней. Добрый-добрый вечер, уважаемые телезрители. Первым делом мы спешим поздравить всех Татьян с замечательным праздником. Ну и, конечно же, всех-всех студентов. Ваня, добрый вечер. Добрый Тебя вечер. Не поздравляю. Слушай, потому что ты уже давно не студент. Должен ответить взаимностью. Ну, да. Не поздравляю, но когда-то этот праздник отмечался широко. Правда, не так, как в древности, потому что, например, раньше это был профессиональный праздник, и был целый ритуал, были определенные традиции, устраивались торжественные церемонии награждения лучших студентов. Ну вот у меня такого не было. То ли я не был лучшим студентом, то ли церемонии это как-то уже прошли мимо. Не прибедняйся. Я думаю, тебя тоже любили и ценили в твоем вузе, и сейчас вспоминают наверняка как одного из лучших студентов. Ладно. Остановимся на этом. Остановимся, да. Ну, пожалуй. Я сказала на самом деле, что не поздравляю, но тем не менее я знаю, что все люди, независимо от возраста, очень многие в крайнем случае люди действительно празднуют этот день и поздравляют друг друга, и своим бывшим там однокурсникам звонят. И преподавателям звонят. Преподавателям, да. Потому что, ну, на самом деле, наверное, студенческое время одно из самых таких светлых, одно из самых ярких. Это молодость, это возможность, это все дороги открыты. Выбирай свой путь, и хорошо, если он будет светлым, правильно? Но мы всем нашим сегодняшним гостям этого желаем, чтобы путь был светлый. И еще я хочу сказать, что вот ты говоришь, самых лучших поздравляли и так далее. Отмечали, да, в этот день. Да, целые церемонии, ритуалы были. Вот, у нас сегодня тоже будут отмечения самых лучших, между прочим, тоже с церемониями и ритуалами. Ну, правда, уже которые не определяют самых лучших, но очень-очень интересных. Не хочу открывать всех секретов наперед, потому что, ну, интрига же должна какая-то быть. Мы целый час будем вместе с вами. У нас сегодня самые лучшие, самые креативные, самые крутые, в общем, самые-самые студенты Витебского государственного университета. Так что будьте вместе с нами, обещаем, действительно будет интересно. И ты, Ваня, пожалуйста, тоже никуда не уходи. Хорошо, начнем, пожалуй. Начнем.
Итак, добрый вечер. Я говорю о лучшем из лучших, как мы уже объявили в начале программы, Алисе Девяниной и Владиславу Василевичу. Ребята, командиры студенческих отрядов. Алиса, командир педагогического студенческого отряда «Империя», и Владислав, командир сельскохозяйственного студенческого отряда. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите теперь, пожалуйста, почему вы лучшие из лучших. Давайте девушке предоставим первое слово. Почему я лучшая из лучших? Когда я еще пришла только на первый курс, я решила попробовать себя как в роли студента, который принимает участие в студенческом отряде. И таким образом я попала в детский оздоровительный лагерь, где и там меня и назначили командиром отряда. Я принимала участие во всех различных мероприятиях, и после этого мы приняли участие в конкурсах. Сперва это был просто в университете, мы заняли тоже призовое место, и дальше наши работы стали отправлять на город, на область, где тоже мы заняли призовые места, и таким образом я стала лучшим командиром педагогического отряда «Империя». Алиса, это был первый опыт, то есть первый год он оказался таким удачным, либо все-таки, до этого вы тоже пробовали? Да, это мой первый опыт, да. Я учусь только на втором курсе, и поэтому с первого курса у меня уже такая удача. В общем, первый блин не колом, да? А этот отряд существовал до того, как вы пришли в университет, или вы стали императрицей уже в собственном отряде? То есть вы его так назвали, вы как-то собрали людей вокруг себя? Отряд уже существовал, но каждый год люди меняются, поэтому, можно сказать, я стала первооткрывателем еще раз. Владислав, а вы расскажите, пожалуйста, нам, почему вы лучшие из лучших? В чем? Наш отряд отличился тем, что и конкретно за этот год БРСМ ВГУ трудоустроили огромное количество студентов и предоставили им рабочие места. Потому что я считаю, что возможность работы студентов в сельскохозяйственных отрядах и вообще возможность работы как и летней, так и сезонной, осенней, это очень хорошо. И кроме стандартной практики в университетах, когда, как это называлось, колхоз. Поедем в колхоз. Кроме этой поездки в колхоз, БРСМ ВГУ предоставляет еще... Простите, вспомнилась поездка, правда, наверное, не студенческая, а школьная больше, когда вот холодно, в чем-то одет непонятно, по-моему, в каких-нибудь там родительских вещах, которые уже чтобы не жалко выбросить. Было. Да, нет, чтобы тепло выбросить не жалко. Вот, и очень было вкусно доставать вот морковки из грядок. Ну, у нас были тоже ножи, их чистили прямо там, и вот вперед. Извините, отвлекла это лирическое. Минутка ностальгии, да. У нас это происходит немножко по-другому. Мы всем Витебско-Казанским университетом, всеми факультетами практически, что мы отправляемся в колхоз на некоторую в плане работу. Мы там трудимся в стенах Толочинского консервного завода. И по большей части мы занимаемся сбором урожая яблок осенью. Летом также ВГУ предоставляет возможность съездить на сбор урожая ягодных культур. Что-то у меня снялось с фантазией. Я даже представила, как я грызу это яблоко вместо морковки теперь. Яблоки на самом деле очень вкусные. Да. И этот урожай этот год выдался очень обильным, и поэтому было привлечено огромное количество студентов, и учитывая сезон, учитывая урожай, учитывая то, что было привлечено огромное количество студентов, мы очень плодотворно потрудились, принесли благо Толочинскому консервному заводу, да, и себе. Принесли, само собой, благо себе. А вот вы говорите, было привлечено сколько-то студентов. А как это происходит, привлечено? Они знают, что за полгода они должны записаться, чтобы им так повезло съездить, поработать, пособирать? Или, может быть... По результатам экзамена в какой-то момент становится понятно, что вот эти последние три человека из списка, они как бы едут в Толочин на яблоки. Это на самом деле происходит немножко по-другому. Толочинский консервный завод, либо какое-то другое предприятие, оно высылает запрос на определенное количество студентов. И ВУЗ уже
предоставляет рабочую силу в виде студентов этим предприятиям. Ну, я перефразирую вопрос, Ваня, то есть едут лучшие студенты или едут желающие? Нет, едут желающие. Или едут те, кто провинился? Никак нет. Едут желающие и едут те, кому позволяет здоровье, опять же. И это позволяет заработать денег. Ну, вот я поняла, что, в принципе, да, если это какое-то предприятие, которое не связано с вашей будущей профессией, то это возможность заработать денежку, да, потому что, ну, вот кажется, яблоки собирать, на самом деле это все не так просто, те же ягоды собирать. Вот попробуй ты подтянись каждому яблочку или наклонись, то есть это тоже такой физический труд сложный. А то, что касается, Алиса, вот, ну, то есть для вас это ведь был еще такой опыт, да, общение с детьми с учетом профессии будущей. Вот дети не разочаровали, не захотели от них сбежать, или наоборот? Нет, вы поняли, наоборот, что это еще больше хочется работать с детьми, и вот сейчас идет как бы учебный год, и я наоборот жду лета, чтобы снова попасть в лагерь и работать с детьми, потому что еще учиться долго, и поэтому к детям я, грубо говоря, не скоро попаду, а лагерь — это хорошая возможность. Но вот вы детей любите, а дети как к вам относятся? Как, ну, вот приехала девушка, которая чуть-чуть нас совсем старше, можно ее и не слушаться? Меня оставили на маленьких деток работать. Ну да, не слушаются всех. Да, не слушаются всех. Но мне кажется, с ними сложнее. Они а я не знаю, самые... не могу сравнить. Как цыплятки разбегаются. Да, согласна. С маленькими детьми намного сложнее, но каждому находишь свой подход, и знаешь, кто во что горазд, и поэтому, в принципе, неплохо получалось. А, наверное, еще пришлось столкнуться с такой проблемой, как адаптация. Некоторые дети первый раз в лагерь приезжают, и мама, папы не хватает. Вот пришлось быть мамочкой, наверное. Это слезы, это все что угодно, и хочу домой. Ну, вроде справились, никто все хорошо. Никто не сбежал тоже из лагеря. Нет, не сбежали. Это тоже заслуга воспитателя, хочу сказать. Да, командира отряда. Ребят, какие, может быть, самые такие яркие впечатления или какие есть, ну, скажем так, пожелания вот на следующий год? То есть вы, Алиса, хотите отправиться снова в лагерь? Да, да. А что бы хотелось вам, Владислав, собирать следующим летом? Следующим летом я, наверное, попробую опять попасть на сбор яблок. Яблоко это уже практически 100%. Уже, да. А летом, вот если лето выдвинется не такое жарко, как было в августе этого года, по большей части, то хотелось бы все-таки попасть вот на сбор ягодных культур, потому что и возможность и подзаработать лучше, и возможность еще отдохнуть на свежем воздухе чуть-чуть больше. Ну что ж, ну тогда желаем, чтобы ваши все мечты исполнились, чтобы все сложилось, получилось. Спасибо вам за то, что этот вечер скоротали вместе с нами. Ну и, конечно, поздравления вам с Днем студентов. Пусть ваша жизнь студенческая будет очень яркой и незабываемой, чтобы было, что потом вспомнить, спасибо, когда станешь таким старым, как Ваня. Добро пожаловать потом ко мне в клуб. В клуб. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас смотрим сюжет о девочке, которая и красивая, и умная. Мисс ВГУ. Тема конкурса этого года – девичник. Чтобы узнать девушек поближе, мы приготовили блиц-опрос и поинтересовались, что же такое девичник и как его праздновать. В моем понимании девичник – это такое чисто женское мероприятие, когда девочки собираются, веселятся, вот, танцуют просто. Макияжи, прически, пижамки, просмотр фильмов – все такое нежное, милое и няшное. Когда ты можешь собрать всех своих друзей и просто наслаждаться вечером. Девичник – это, наверное, такая женская вечеринка, на которой все проходит весело. Когда ты вместе со своими подругами радуешься действительно, что одна из твоих выходит замуж. И мы хотим сегодня продемонстрировать, зарядить этой положительной энергетикой, которую мы ощутили за эти несколько недель подготовки. На главной сцене университета состоялся масштабный вечер. Зрители пришли насладиться красотой, утонченностью и очарованием конкурсанток, их умением преподнести себя.
Почетное право разрешить интригу традиционно дано судейской коллегии, в составе которой исключительно профессионалы своего дела. Я надеюсь, что мы выберем достойную кандидатку этого конкурса и надеюсь, что мы увидим настоящее шоу. Тяжело будет расставаться с короной? Ну, конечно, тяжело, но я надеюсь, что она перейдет достойной девушке. Стоит отметить, что главную победу девушки уже одержали, не побоявшись выйти на сцену перед публикой. Удивительного было много. Это и смысловые танцевальные номера, и юморные песни, и чувственные стихи, и даже театральный монолог. Помимо творческого номера, участницам необходимо было продемонстрировать усвоенные в ходе процесса подготовки навыки дефиле и хореографии. А проверить свою смекалку и остроумие девушки смогли в интеллектуальном конкурсе. И вот настал момент, когда будет подведен итог упорной работы. Екатерина Ломека, студентка педагогического факультета. Именно эта девушка, по мнению жюри, успешнее всех прошла конкурсные испытания и обворожила зал своей улыбкой. В торжественной обстановке победительница конкурса прошлого года Мария Соловьева вручила корону «Мисс ВГУ-2018». Безумно поддерживала, конечно же, мама, педфак мой любимый тоже, девчонки мне помогали создавать номер, любимые наши преподаватели по дефиле, по танцам, я всех люблю. Шоу завершилось, места определены. Поздравляем всех девушек с триумфом и желаем дальнейших побед на творческом поприще. Ну, как вы наверняка уже догадались, у нас сегодня в студии мисс ВГУ 2018 Екатерина Ломека. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер. Вот я говорю, красивая и умная, приятно, потому что вот любят мужчины пошутить, что девушка может быть либо красивая, либо умная. Здесь удачное сочетание и того, правильно ведь говорю? Все верно. И скромности еще, правда, нужно добавить? Катя, расскажите, пожалуйста, а вот я уже задавала вопрос нашим первым гостям, ребятам, почему они лучшие из лучших? То же самое хочу спросить у вас. То есть, как вы думаете, почему вы выиграли этот конкурс? Ну, думаю, что жюри в моей скромности увидели какую-то, наверное, симпатию, я им понравилась немного, и таким образом... Ну, даже не немного. Ну, да. Возможно, да, и немного, и таким образом они решили, что именно я достойна этого титула. А чем покоряли жюри и зрителей? Зажигательными танцами, конечно, что я люблю, умею, и на протяжении всей жизни они со мной. А какие танцы, скажите, пожалуйста, какое направление? Я знаю, что вы и в университете тоже занимаетесь, да? Да, в университете тоже. Расскажите подробнее немножко. Ну, с самого детства у меня, получается, первые мои танцы – это народные танцы, то есть я занималась ими 3 года. В дальнейшем это были танцы разного характера, то есть тоже я в школе участвовала, в коллективе тоже мы выступали, на сцене в школе, на городе также выступали, и сейчас я тоже, это безоговорочно было то, что я буду именно в университете заниматься танцами, и я пошла в коллектив Be Insane. А вы студентка третьего курса, да? Второго. Второго курса. А скажите, какая специальность, да, специализация, вот как правильно сказать, то есть какой предмет вы будете преподавать? Я студентка педагогического факультета и учусь на дошкольном образовании. Я буду воспитателем. Воспитателем. Вот предыдущие гости были, мы там говорили про летнюю практику, я так понимаю, и про поездки в лагерь. Вы в лагерь еще, я так понимаю, не ездили? Нет, вам нет. Это предстоит? Нам не предоставляются поездки в лагерь, у нас именно практика на фоне... В дошкольном учреждении. А, дошкольном, да, учреждении. Да, да, да. Но вы не боитесь вот этого? У вас еще сложнее, да, там еще, кажется, меньше. Вот этого первого контакта с самыми маленькими детьми, когда вы придете, скажут, вот это ваша учительница, ее надо слушать. Как вы себя будете вести? Воспитатель. Дело в том, что именно дети, они такие искренние и доверчивые люди, которые... И этим можно пользоваться. Да нет, которые ты приходишь, и они сразу же идут на контакт, и все складывается успешно в дальнейшем, в сотрудничестве таком. Практика была уже, да? Да, уже было 2 практики даже. То есть, как бы, решение, считаете, верное, да, продолжить. Да. Мне вот, честно говоря, это очень радует, потому что сейчас, мне кажется, ну, вот вуз большой, понятно, да, и, ну,
вот именно с большим желанием люди идут для того, чтобы стать педагогом, воспитателем, их не так много. Не знаю, почему мне так кажется. Потому что в свое время профессия немножечко потеряла. Я об этом часто говорю и много говорю. Я, наверное, уже всем надоела с этой своей мыслью, да, Ваня? Да, надоела. Особенно тебе. Но я киваю, как бы, согласен же. Да, вот это хорошо, что согласен. О том, что профессия немножечко потеряла какую-то свою актуальность, почему-то стало в какое-то время там модно быть юристами, а потом, там, не знаю, артистами, кем угодно. А вот педагоги и профессия учителя немножечко потерялась. Мне вот нравится, что она сейчас, как-то, мне кажется, стала снова вот возрождаться. И слава богу, когда есть люди, которые хотят быть, и им это нравится, они получают от этого удовольствие, глаза горят, я вот вижу, точно могу сказать, что... Порекламирую, берите, я думаю, что будет хороший воспитатель. Это я заведующим всех детских садиков. И для дошкольников, и постарше. А когда вы решили и поняли, что вот хотите быть учителем, ну, воспитателем, неважно, вообще пойти в педагогическую сферу? Вы знаете, моя мама тоже воспитатель, и в этой профессии, я считаю, что сочетаются вот все профессии буквально. Ты и танцуешь, и поешь, и с детьми работаешь, то есть и... все, и с родителями в том числе. И с родителями в том числе. И я как-то, ну, смотря на свою маму, на протяжении всей жизни как-то стремилась бы тоже. А она брала вас на работу? Вы видели, как... Да, конечно. Обязательно. Я еще занималась скрипкой. Да, только хотела спросить, предугадали мой вопрос. Музыкальная школа и скрипка была. Да, музыкальная школа и скрипка на протяжении 4 лет. И вот когда я к маме в детский сад приходила, я там детям и сказки читала, и на скрипке играла, и они меня прям заслушивались. Замечательно. А еще вот у меня есть такая подсказочка, что вы с детства ведете здоровый образ жизни и постоянно работаете над собой. Вот очень интересно про здоровый образ жизни. Это как? В современном мире и сейчас, когда ты студент, когда ты танцор, у тебя очень мало времени, но я стараюсь больше ходить. То есть я иду в универ с утра пешком, иду домой пешком, иду на репетицию пешком. И как-то завелось у меня с начала этого года, что именно 6 тысяч шагов – это вот мой минимум, который я должна обязательно пройти в день. С начала этого года это вы имеете в виду вот январь, да, который прошел? Нет, учебного года. А, учебного. Да, чтобы на учебу ходить. А так я и волейболом также занималась в школе, мне это безумно нравилось. А вам не скучно учиться? У вас столько интересных вообще сфер деятельности. Вы танцуете, играете, и волейбол, и ходите, а надо ходить на эти лекции, занятия, может... Да нет, там же тоже есть физкультура. Но и, знаете, и на физкультуру ты ходишь, и образовываешься, потому что в следующем тебе это все пригодится, ты уверен, что это нужно, и как бы идешь с удовольствием. Скажите, ваш новый статус вам придал, ну, понятно, какой-то внутренней уверенности, вполне возможно, узнаваемости в университете. Но повлияло ли это как-то где-то, может быть, на баллы? Кто-то из преподавателей сказал: о, я видел, вы очень умную мысль сказали, это прям плюс один к вашему экзамену. Вы знаете, я даже своим преподавателям, которые меня ведут, я этого даже приношу сама не корону. Говорила. Я этого не говорила, как бы я не считаю это необходимым, потому что я сама стараюсь его добиваться. И вы знаете, это самый часто задаваемый вопрос в моей жизни, как изменилась моя жизнь. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что меня пригласили на телевидение, на телеканал Витебск, в чудесную передачу «Вечерний Витебск». Ну, это правда, это очень серьезно меняет жизнь. Я думаю, может, Катю оставим уже до конца, она такой комплимент сделала. Сколько у нас до конца эфира еще? Сейчас мы вот это все вычеркиваем. Где вы корону храните? Ну, не то чтобы имею планы какие-то, просто вот ту, которую мы видели всю жизнь. Катя тебе сказала, что она ходит везде пешком. То есть ты уже можешь ее встретить в городе, так. Ну, не в короне же. Прогуливайся мимо ВГУ. Ну, зачем тебе корона, Катя, ты есть? Корона у меня дома на полочке лежит, на видном месте, чтобы смотреть каждый день, радоваться этому. Ну, примеряете, да? А вообще, вы должны в ней появляться на всех мероприятиях, может быть, университета? Или есть какие-то обязательные такие церемонии? Потому что, ну, когда проходят конкурсы красоты мировые какие-то, то, значит, в этой короне сколько-то раз нужно потом где-то засветиться. У вас такого нет правила? Нет. Нужно, я думаю, ввести его. Ну, почему бы нет? Будут ли еще какие-то конкурсы дальше, то есть с учетом того, что вы стали мисс ВГУ? Да, областной конкурс сейчас будет «Королева весна», тоже он будет проходить у нас в Витебске. А далее я не планирую, конечно, но... Нет, давайте планировать. Далее идет уже республиканский конкурс, также «Королева весна». Ну хорошо, давайте мы с вами договоримся, что после республиканского конкурса мы здесь встретимся и выясним, какая корона краше все-таки, ту, которую вам подарили, надели на голову на конкурсе в университете, либо ту, которую вы получите уже на республиканском конкурсе. Хорошо, Катя? Да, давайте. Договорились. Спасибо большое за участие. Вас тоже замечательным праздником, Днем студентов.
Жизнь пусть будет веселая, яркая, насыщенная и очень красивая. Спасибо большое. Так, ну а что, мы продолжаем программу. Дадим слово еще одному красивому, многоговорящему, уже нашему товарищу Саше Каринману. Всем привет, меня зовут Саша Каринман, это «Попади в телек», и зачастую, выходя на улицу, я задаю какие-то глупые, непонятные, ну, несерьезные попросту вопросы. Сегодня я решил исправиться и задать вопрос, который в наше время интересует абсолютно всех. Почему некоторые мужики отращивают ноготь на мизинце? Поехали узнаем. Этот вопрос сейчас волнует все сообщество нашего города. Как вы думаете, вот как вас зовут? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, вы должны точно, как опытный человек, в этом разбираться. Зачем некоторые мужики отращивают ноготь на мизинце? С головой не все в порядке. Что это сейчас волнует всех. Зачем некоторые мужики отращивают ноготь на мизинце? Для гитары играют. Для гитары? Просто я играл на гитаре, он никак там не используется. Не знаю, но насколько я узнавала, говорили, играют на гитаре. Это они придумали, чтобы так, ну, отмазка. Наверное, чтобы ножницы не покупать. Просто экономия на ножницах. Может быть, девушка или там жена, не знаю, не дает ножницы. Но вы все-таки склоняетесь, что они насчет гитары не сочиняют. А может быть, они... Я прочитал, что в Китае отрощенный ноготь на мизинце мужчины говорит о его финансовом благополучии. Может быть, у нас это тоже как-то с китайской традицией. Если внешне судить, то я бы не сказал. Нет, без понятия. Тоже не понимаете, для чего это. Мы спрашивали на улице. Есть варианты такие. Одни говорят, что это для гитары, чтобы играть на гитаре. Второй популярный очень ответ, потому что не все в порядке с головой. Вы к чему ближе склоняетесь из этих двух? Вы знаете, я... Где-то посередине, да? Причастности. Как вы думаете, почему некоторые мужчины отращивают на мизинце ноготь? Для чего он им? Вот вы меня в тупик. Это нас в тупик поставили, потому что никто не знает. Мы даже в интернете не нашли. Но вы видели таких мужчин? У которых вот все нормально, нормальная ориентация, все хорошо, но вот на мизинце длинный ноготь. Ну, один раз такое. Встречался? Да, встречался. Давно это было? Давно. Давно. В прошлом году или еще? Нет, раньше. В последнее время уже не встречали? Нет. Мужчины? Мы были помоложе, когда были. Мужчины, у которых отрощенный ноготь на мизинце. У вас осталось так? Это молодые ребята, да, только? Взрослые уже потом понимают, что это им не нужно, да? Нет. Как вы думаете, почему некоторые мужики отращивают ноготь на мизинце? Чтобы бутылку пива открывать. Ну как, он же, что, реально? Не Или знаю. Это ваше личное мнение? Это мое мнение. Ну это же не, ну это же просто отмазка. Понимаете, что эта причина кроется где-то в другом? То есть это что-то, я не знаю, кто-то говорит, что это просто для гитаристов такая штука. Кто-то говорит, что это какая-то психологическая история. Но вы считаете, что все-таки пиво нормально. Все, ну будем жить с этой версией. У вас хоть какая-нибудь версия есть? Да. Для того, чтобы ковыряться в носу. А, все, спасибо большое. Не знаю. Ну, вы видели таких? Странный вопрос, я не видел. Вы первый, кто ни разу не видел таких. Вы тоже уникальный человек. Мы желаем вам хорошего настроения и прекрасного дня. Вы видели таких мужчин? Нет, я не видела. Ай, давайте вопрос интересный, я вас так люблю. Да, но вам не нравится этот вопрос? Не нравится. Почему? Вот сегодня Татьянин день, 25-й. Мы вас поздравляем. Я не Татьяна, но все равно день студентка. А, вы студентка? Нет, я баба. Вы студент? Вы Татьяна? То есть это такая вселенская загадка, тайна, мироздание. Мы специально из Гродно приехали в Вожитевцу, чтобы узнать это. Я могу... У нас тоже есть такие. Смотрите, я задал этот вопрос в интернете. Ко мне пришло много ответов в Инстаграме. Хотите, я вам зачитаю? Вам интересно? Версии. Я вам много сейчас зачитаю. А может, это сублимация? Может, у них что-то другое короткое? Так, это не для тебя. Так. Карточный шулерок. Играют на гитаре. По их версии, это признак принадлежности к масонской лоджии. В основном это привилегии у китайцев. Мужчины у них очень берегут ноготь на мизинце, так как он говорит о достатке и статусности мужчины. Русские, наверное, отращивают, чтобы легче было ковыряться в зубах. Вот пишут некоторые девушки, пишут, я не могу спокойно спать. Скорее бы увидеть ответы на этот вопрос. На чем сходимся? Карточные шулера. Ну, да. Проверим. Мы сообщим вам Гродно, на телеканал Гродно передадим, вам будут присылать телеграммы. Всего хорошего дня вам и настроения. Да, спасибо. Ну и в завершении, конечно же, моя версия. Мужчины, они по своей природе воины, понимаете? У настоящего воина
всегда должен быть с собой штык. На сегодня все, пока. Мы продолжаем нашу программу, продолжаем вас знакомить с студентами, которых можно назвать самыми лучшими. В крайнем случае, в Витебском государственном университете. Я с удовольствием представляю вам Александра Шедловского и Диану Бирюкову. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вы с собой принесли какие-то очень такие интересные штучки. Что это такое? Можно я вот возьму, поближе рассмотрю? А вы расскажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, берите. Это как бы итог нашей работы. Мы создали свой станок, который может делать такие вещи. Ну, давайте, наверное, скажем о том, почему вас называют лучшими из лучших, потому что вы студенты факультета математики и информационных технологий. Кроме этого, победители областного, буду все зачитывать, потому что невозможно все запомнить наизусть. Победители областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси», автора проекта моделирования и проектирования лазерного гравера. Так, в номинации информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии, это вам не хухры-мухры. При помощи, значит, гравера можно нанести изображение на дерево, пластик и ткань. Данная разработка может применяться как в образовательных, так и коммерческих целях. Верно все сказала? Скажите, пожалуйста, добавляйте про свое изобретение. Еще скажите, список не закончился. Вот Диана смотрит, еще не все. Не все заслуги перечислила, заканчиваю. На первом международном первенстве качества образования 2018, который проходил в Москве, в Международном центре научно-исследовательских проектов в июле прошлого года, проект занял первое место. Да, вы большие молодцы. Но это одно из изобретений. Вот попрошу нашего режиссера показать сейчас видео, который у нас есть, это тоже принтер, который вы как бы придумали, да? То есть, ну, а чем он отличается от того принтера, который придумали задолго до вас? Расскажите, пожалуйста. Интересно, что вы нам покажете. Просто. То есть изобретений было много. Давайте перечисляйте, рассказывайте. Ну, как сказать, если из таких массовых, масштабных, не то чтобы изобретений, но мы сами собрали свой лазерный гравер, как вы можете сейчас видеть моего, кстати, представляем, и 3D-принтер. Который нам, кстати, помог в реализации этого самого гравера. Без него это было бы невозможно, потому что 50-60% устройства собрано благодаря 3D-принтеру. Мы на нем напечатали деталь. То есть сначала, чтобы вы сделали себе 3D-принтер, объясните, да, который потом нам, вам позволил не были студентами собрать другие детали? Математики, да? Да, все очень интересно. Приходите к нам на факультет наш, мы вам все еще подробнее, может, расскажем. Ну, для начала мы разработали модель, 3D-модель нашего лазерного гравера, и потом по этим деталям мы его отпечатали на 3D-принтере. Да, как бы сначала создавалась 3D-модель именно лазерного гравера, и как бы перед этим мы уже поняли, что нам без 3D-принтера не обойтись. То есть для реализации одного устройства нужно собрать другое устройство, как в жизни так и бывает. Вот, поэтому нам пришлось собрать целых два устройства. А теперь, когда вы собрали целых два устройства, нужно ли изобрести и собрать третье какое-нибудь? Вполне возможно. Вот, как вы видите, сделан блокнотик. Это, как бы сказать, результат работы двух устройств. Кольца напечатаны на 3D-принтере, а все остальное обработано нашим лазерным гравером. То есть это нанесение изображений, цифрованного изображения. Опять же, изображение может быть абсолютно любым. Конечно, абсолютно любым. И тогда ребята, вы не подготовились. Тут должен был быть портрет Вани. Так это он и есть. А скажите... Только очки. Все-таки надо менять диоптрии. Это мне отсюда напоминает, вот как мы в школе на уроках труда выжигали. Да. Это то же самое, принцип тот же или... Нет, принцип не совсем тот же. Ну, давайте чуть-чуть так вы мне объясните, потому что я так и остался в своих уроках труда в седьмом классе. Ребята, все думают, о чем с ними разговаривать? Как им объяснить этим двум? Да, особенно. Нет, я про себя, Ваня, больше, если честно. Я как-то больше надежды на тебя. Просто немного волнуюсь, информации много, а донести ее надо. Смотрите, если брать ваши уроки трудов, вы такие изображения делали выжигателем. В основе которого лежит нихром, который нагревается. Да. И таким вот жалом вы тыкали, и получались такие примерно точки, которые в итоге составляли какое-то изображение. Здесь немного другая технология. В основе его лежит лазерный модуль. То есть мы ничем не касаемся нашей заготовки, а лазер с помощью мощного сфокусированного луча выжигает наше изображение. Ну, это если так вкратце.
Ну, все теперь стало сразу понятно. А точность этого лазера, я так понимаю... Понял или так? Делай ты, что понял. Точность этого лазера, я так понимаю, ну... Очень большая. Очень большая. Около 10 линий на миллиметр, если вам это что-то скажет. Абсолютно ничего не говорит. Вам, я понимаю, что это круто. Ну, ну да, верим вам, что это круто, да. Вам кто-то помогал, или вы своими руками собирали, в смысле, и принтер, и этот гравер? Да, то есть непосредственно уже такой вот, вот технический ручной момент. Ручной процесс, да. Вот этот, как это было? Скажи, Диана. Я так понимаю, Диана с отверткой, с молотком и с пассатижем? Нет, в основном за эту часть отвечал Александр, я отвечала в основном за 3D-модель лазерного гравера, а также за некоторые расчеты параметров, чтобы при сборке он не развалился. А вы знаете такой еще, ребят, момент, вопрос, когда два автора, не было ли у вас каких-то споров между собой все-таки, чье это изобретение больше все-таки? Ну, когда группа авторов, мне кажется, всегда, да, как хочется немножко одеялку перетянуть. Нет, у нас в основном были споры, какую деталь лучше поставить на какое место. У нас не было споров, мы на это не теряли времени. Зачем? У нас были больше споры, как это улучшить, смоделировать, реализовать, ну и представить в будущем. Вот это основное. Ну, вообще, как родилась идея? Тоже кто-то должен был ее как-то, наверное, подсказать? Вот вы учились вас, такие вместе? Да. Отдельно училась Диана, отдельно Александр. И в какой-то момент... получился вот результат. Или кто-то из преподавателей, да, направил. Ну, мы сначала начали развиваться в робототехническое направление. Потом начали понимать, что нам подходит больше Arduino, потому что на ней можно создать много интересных проектов, и она намного дешевле от остальных аналогов. И именно на Arduino можно создать такое устройство. Вот, ну, Диана правильно говорит, мы начали развиваться именно в сторону Arduino. Может, кому-то то, что скажет, не знаю, для электронщиков это плата. Когда-то предшественник, потом с нее переходит на более высшие ступени, но мы начали именно с нее, потому что она проста в использовании. Не надо, так сказать, даже сильного понимания электроники, электротехники, но все-таки какие-то базовые знания надо. И мы с этим этапом, нас разобрались, перешагнули. Вот, как сказала Диана, довольно продолжительное время ушло на то, чтобы это освоить, но мы в итоге это победили, и наш 3D-принтер, и наш лазерный гравер, именно построенный на базе технологии Arduino, что вы можете видеть и сейчас, то есть наших два устройства. Мне почему-то кажется, что после окончания вуза вы навряд ли пойдете работать в школу учителями математики, да, или информатики, а скорее всего вам захочется где-то что-то изобретать. Совершенно не ошибаюсь или нет? Диана. Совершенно верно, но вообще мы планируем дальше поступать в магистратуру и в дальнейшем заниматься какими-то изобретениями, как вы заметили. Становиться учеными. Да. Наш факультет очень интересный, факультет математики и информационных технологий, поэтому мы решили продолжить свое обучение в магистратуре, чтобы, так сказать, дальше развиваться, совершенствоваться. И, возможно, в будущем представим что-нибудь более даже крутое. Если так выражаться. Ну, давайте прямо тогда сейчас договоримся. Когда вы изобретете что-то более крутое, вы никому про это ничего не говорите. Звоните только мне сразу или Ване, да, и говорите, все, есть крутое, вы будете первые. Мы звоним Илону Маску, да, говорим, извини, Илон, не в этот раз, у нас есть крутые ребята. Скажите, университет, когда узнал о ваших успехах, победах, и когда руководство вот это все увидело, не предложило ли идею как-то это монетизировать в пользу университета или в пользу вас? Ну, этим же можно, не знаю, что угодно делать. Печатать. Это же, мне кажется, задаешь вопросы, которые идут под грифом «коммерческая тайна». Ну, просто кивните, да или нет. Да, все хорошо. Ребят, на самом деле, давайте договоримся, что обязательно, когда вы что-то изобретете новое и следующее, да, вернее, изобретете следующее что-то крутое и классное, вы действительно придете к нам в студию, обязательно похвастаетесь и расскажете, хорошо? Да. Договорились? Договорились. Вот, мы вам желаем успехов, чтобы все складывалось, чтобы все получалось, чтобы все идеи воплощались, и, может быть, даже идея вот в процессе того, как она будет реализоваться, она становилась еще круче, чем изначально задумывалась. Вас с Днем студента! Сегодня обязательно не забудьте вечером выпить вкусного чая, ну, отметить праздник как-нибудь с тортиком. Спасибо, что были вместе с нами, а наша передача продолжится буквально через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
若倦了，泪也干了，这份深情难舍难了。曾经拥有天荒地老，已不见你暮暮与朝朝。这一份情永远难了，原来是还能再度拥抱。爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道。回忆过去痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳。爱你怎么能了，今夜的你应该明白，这份深情难舍难了。曾经拥有天荒地老，已不见你暮暮与朝朝。这一份情，这一份情永远难了，永远难了，原来是还能再度拥抱。爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道。回忆过去痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳。爱你怎么能了，今夜的你应该明了，缘难了，情难了。回忆过去痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心Это был вокальный ансамбль студентов ВГУ «Чайнес Мэн», так они себя называют. Я думаю, вы смогли в этом убедиться. Ну а какой же белорусский университет без иностранных студентов? Поэтому в продолжение нашей беседы как раз об иностранных студентах мы и будем говорить, о студентах, которые учатся в Витебском государственном университете. И я, пожалуй, начну представлять, вот по мере того, как они расположены ко мне. Крис Харрис, вы приехали к нам из Шри-Ланки. Правильно? Добрый да. вечер. Рядом с Крисом Динара Балтаева из Туркменистана. Да. Добрый вечер. Бабамират Пиргулыев, студент Витебского государственного университета, тоже Туркменистан. И Хао Дунфан, студент ВГУ, из Китая приехал к нам. Добрый вечер всем, говорю. Добрый вечер. Я вот слушала песню и даже знаю, о чем она. Конечно, о том, как хорошо учиться в ВГУ и вообще, какой замечательный наш город Витебск. Ну, так я для себя перевела эту песню. Но на самом деле она, естественно, о вечном, она о любви. Это я все узнала у Дунфана. Он мне сказал, что все песни, в общем-то, о любви, как ни крути. Подсказал перевод. Подсказал да? перевод, а я да. сломал голову. Ну, а для студентов это, наверное, вообще такая тема. Любовь, молодость, опять же, самое-самое то. Но сегодня мы поговорим о том, насколько принял вас вуз. Все-таки вы приехали совершенно из разных стран. У вас свои традиции, у вас свои
какие-то устои, да, и вы приехали в Беларусь. Насколько вам комфортно в Витебске, насколько вам комфортно в университете? Наверное, я спрошу в начале наших гостей, которые у нас в таких народных костюмах, да, будем рад вам слово. Нас приняли хорошо, тепло, уютно. Нам очень понравился город Витебский, он очень красивый, погода здесь хорошая, люди хорошие. Преподаватели, которые нас преподают, очень хорошо преподают. Ну, очень тепло приняли наш. Скажите, пожалуйста, на каком вы факультете учитесь? Я учусь на филологическом факультете. Да. Специальность? Третий курс. Угу. И специальность? И специальность русский язык и литература, иностранный язык, английский. Угу. Расскажите, пожалуйста, немножечко нам о своих красивых костюмах. Наши костюмы – это наши традиционные одежды, костюмы наши. Вот у меня в голове это называется на нашем языке тельпек. Это головной убор, который передается от наших предков поколению в поколение идут. И мы сейчас одеваем их, и выступаем иногда в университете, у нас концерты бывает много очень, и у нас весело так проходит. У меня, я не один пришел, с девушкой. С красивой вот, девушкой. Да. Она одета в наше специальное, наше традиционное платье. Платье называется койнек, платье. Специальное, вот. Очень красивое. Да, да. Койнек. Да, в голове девушки есть головной убор, который делает, шьют, вручную, uh-huh. делается вручную, и сережку вручную, все ручное изделие, в моем голове тоже ручное изделие, и галстук, у меня пояс вот здесь, все ручное изделие. А ручное изделие, скажите, пожалуйста, это делают, например, там мама, может быть, да, родители, да. бабушки, или это, ну, это можно купить просто где-то в магазине? Да, наши женщины, девушки делают вручную. И некоторые продают, некоторые у нас мама делает, сестра делает, все. Ну, вас галстук кто делал? Мама делала. Мама. Вот да. я к этому веду, чувствую, да. так тепло, вот руку прикладываете, да. все ближе к сердцу. Скучаете? Ну, да. Почему бы нет? Мама – это святое. Как часто вы бываете на родине и как часто видите вот маму и других родственников? Ну, видимся часто, но в телефоне, в интернете, по сайту, но я уже давно не был у себя в стране, уже 2 года я не видел своих родных, не съездил в каникулы отдыхать mm-hmm. туда. Ну, все равно как-то не чувствуется, что мы живем далеко от них, но нам помогают наши преподаватели, наши воспитатели, чтобы не чувствовался... Что в да. чужой стране. Но да. мне кажется, на самом деле, они вас так опекают, и даже сегодня да. то, что осталось за кадром для наших телезрителей, они прям как мама о вас заботятся, да, да. да, чтобы вы были красивые в кадре и все помогают. Это очень трогательно да. и мило на самом деле. Да. Ну что ж, тогда позвольте я спрошу у Криса. Крис, ваша страна находится еще дальше, да, чем Туркменистан. Сколько лет вы здесь уже, в Беларуси? Я уже здесь 2 года. 2 года. То есть вы на 2-м курсе учитесь. Yes. Какой у вас факультет? Математический факультет. А, математический. То есть вот те ребята, которые у нас были до этого с математического, вы, mm-hmm. вы коллеги. Что вам нравится в университете? Здесь очень легко учиться. Легко? Да. Mm-hmm. Мне вообще не трудно. Вам нравится, да. да Здорово, да. когда так легко даются предметы. А удалось вам познакомиться с кем-то из белорусов, может быть, завести с кем-то друзей? Или, я знаю, например, вы ходите в костёл, да, и поёте там, да. и не просто поёте. А расскажите об этом, может быть, там у вас тоже друзья появились? Да, у меня есть много друзей в костёле. Раньше я ходил в костёл Святого Духа, находится mm-hmm. на улице Чекалова, и там начинал служить на алтаре министрант. Mm-hmm. И иногда я прочитал молитву верной по белорусскому языке. А сейчас я хожу в кафедральный костёл Иисуса Милосердного. Mm-hmm. И там тоже я служаю больше
когда бискуп идет на имши. И я хожу на костел Святой Балбары тоже, на молодежную имши, и там я пою на белорусском хоре. Вот столько удивительных открытий. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Правда, я сейчас удивлен. Ну, это просто здорово, да, правда, удивлены. Да, потому что мы же транслируем все крупные мероприятия, и теперь я понимаю, кого я там видел. Видел, да. Кто теперь у нас находится здесь. Ну, теперь спасибо, будем знать, что это Крис, да. Но я думаю, что там нужно уже пораспрашивать о Дунфана, потому что у него... Вернее, у него у нас на столе стоит, я даже не знаю, как это все назвать, вообще чайная церемония, да, то есть это пиалки, да, и заварники, ну, наверное, есть свои, конечно, названия на китайском языке всего этого. Но перед тем, как мы приступим, мы знаем, что самый вкусный чай, сейчас, конечно, может быть, Баба Мурат на меня обидится, но я не знаю, ну, наверное, вкусный чай самый в Китае, да, давайте согласимся с этим. Ну, давайте вначале вас тоже спросим, как вам живется в Витебске, как вам учиться в университете? Я учусь в университете ВГУ. Меня зовут Хао Дунфан. Когда сначала, я думаю, а все красивые, почему все красивые? Вот красивая, красивая девушка, красивая. Да, девушки наши. Да, маленькие. А почему красивая, красивая? Когда я думаю, все красивые, это нужно. Если в Китае мы гулять, посмотри, это голова. Человек, человек, голова, 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 голова. Потому что человек очень-очень много. А если в Беларуси, в Витебске, очень красивая природа. Вот дерева, вот земля, вот вообще красивая. Скажите, какие у вас впечатления от вуза, от университета, где вы учитесь, от педагогов там? А, филологический и английский и русский язык. Угу. То есть вы учите, изучаете русский, английский и... Какой еще язык иностранный, да, какой-то английский? Да, да. Английский. Да, да. Ну, давайте, наверное, перейдем к чайной церемонии, потому что очень интересно, как это происходит. Ну, научите да. нас, да, что нужно Хорошо. Сделать, чтобы чай был таким же вкусным, как в вашей стране. В Китае чай – это очень разная культура. А сегодня я хочу показывать зеленый чай. Кстати, если вы подготовили свои вот эти большие кружечки, то отставьте их подальше. Чай нужно пить из маленьких пиалочек вот таких, да? Так, мы обливаем вот чайник, чтобы он чипну. Был горячий. Так. Потому что в Китае думают, чай нужно вставить. Угу. Потому что сейчас вам нужна работа, потом... Сначала вам нужно встать. Так, нагреть чайничек нужно, так? Да. Угу. Потом берем непосредственно сам чай. Да. А вы добавляете, знаете сколько? Или количество сейчас было случайно, наугад? Я думаю, что он знает, сколько да. нужно, да. Потому что у меня каждый раз по-разному. То есть получается, там нет воды, да, мы его там просто... Знаете, я даже дышать почему-то боюсь, перестала, чувствую, что... А вот теперь добавляем. Мне кажется, что когда вот в сухом виде, да, и потрясли, поэтому он, чтобы аромат распространился, да, лучше. Вот теперь мы залили. Немножечко взболтали опять. Я помогаю, комментирую. А я у Бабы Мурат хочу спросить, это же похоже на то, что вы делаете, да, в некоторой степени? Или не нет, так? Не так, не похоже. В следующей передаче с вас чайная церемония, договорились? Обязательно. Так, эту воду слили, заливаем второй. Раз. Вот недаром говорят, что зеленый чай нужно заваривать несколько раз. Просто мы немножечко неправильно понимаем да. это. Мы в целях экономии, а раз. На самом деле... А здесь вот в чем все дело. Теперь мы переливаем это. Никогда в жизни так не хотелось чая, как сейчас. Это
что-то похоже на наш сливочник для малу. Так. Ксюша, тебе снимать пробу сейчас. Да. Спасибо. Я знаю, что нужно брать двумя руками, да? Угу. Так. Ну, пока мы пробуем, смотрим традиционную рубрику нашей программы «Афиша». После нее я вам расскажу о вкусе этого чая. «26 января Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 5 лет «Жил-был заяц». Забавные куклы, оригинальные костюмы и искренняя игра актеров дополняются мультимедийным экраном, на котором оживают герои сказки. Начало спектакля в 11:00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку «Музей Экспериментус». На выставке наглядно демонстрируются различные законы физики, природные явления, оптические иллюзии и принципы работы технических устройств. Среди экспонатов – шар плазма, мост да Винчи, человек-батарейка, маятник Ньютона, трансформатор Тесла и многое другое. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет комедию в двух действиях «Перебор». У каждого своя мечта и способы ее достижения у всех разные. Джон Волония думает только о повышении по службе, а его красавица-жена Нэнси тем временем флиртует с симпатичным соседом Филиппом Дебни. И супруга Дебни Дороти в долгу не останется. Начало спектакля в 18:00. 27 января Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Терем-теремок». Пьеса написана специально для волшебного представления в театре кукол с неограниченными возможностями для фантазии режиссеров и артистов. В этом спектакле, как ни в каком другом, нашлось место для кукольных фокусов, которые с первых минут зачаровывают и детей, и их родителей. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония представляет музыкальную программу для детей «Герои детских книг». Главная героиня концерта, девочка Маша, совершает интересное путешествие по страницам детских книг, знакомится с известными героями, играет с маленькими зрителями и рассказывает, как важно уметь читать. Начало концерта в 11:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет одноактную пьесу-триллер «Королева красоты из Линнена» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Ирины Тишкевич. Отчаяние, проблемы отцов и детей, тоска по родине. Вот лишь некоторые из тем, затронутых в пьесе, жанр которой определяют как кухонный боевик. Начало спектакля в 18:00. Время бежит неумолимо быстро. Скажу, что чай был ароматный, очень вкусный, поэтому следуйте, пожалуйста, примеру, заваривайте дома вкусный чай. Хорошего вам вечера, дорогие наши телезрители. Ну и чтобы пилось вам поприятнее, завершит нашу программу Евгений Безводицкий. Нескучного вечера. Пока. Пока-пока.